вот мои новые салфетки. И пока я выравнивала волосы, вот что сделала Николаша. Волосы, стол, салфетки и кофе. Что ты делаешь, Вероничка? Кто такое делает? Что это тут произошло? Разве ты не знаешь, что это ну-ну-ну? Разве ты не знаешь, что так нельзя делать? Ой, боже. Что ты там делаешь? Ай-яй-яй. Она рисует, смотрите, она рисует. Ты с мамой смеешься, я плачу. Я плачу тут. Что ты наделала с моими новыми салфетками? Ребята, как вы думаете, я их отстираю? Скажите мне, пожалуйста. Все, катаемся. Никуль, смотри на меня. Ты красавица ты, моя. Тетя там. Там тетя. У нас тут что-то вывозит, а там кто-то спит. Ага, там с дядей все хорошо, пошли. Дядя просто... Просто прилег отдохнуть. Представляешь, пока все работают, он спит. Вот так вот. Что будем играть? Капец, я думала, ему плохо стало, а он-то в лёхе спит в траве, пока выбирает, видно, из ямы мусор трактором. Он себе спит. Работники, ё-моё. Неудобно стало, встает. Да, Ник? Встал. Ай-яй-яй, руки в рот не бери. Ой, мамина сумка. А что случилось? Иди, солнышко. Пересох весь? А я-то думаю, что случилось с тобой? А что нам надо быстро? Мороженое? Ну все, сейчас купим. Идем. И водички. Вот осталось тут 2 метра. 2 метра. Сейчас купим опять попрыгунчик, который потеряли. Я вот накупила этих субстрактов. Иду вся. Покажу вам, что я накупила. Пока быстренько с пакета разгружаю. Купила субстракт для орхидей. Ну, такого, как Люба пересаживала у Самвела и показывала. Нету субстракта, только какой-то мелковатый, не знаю. Вот такой только и есть. И какой-то прям влажный изначально. Но очень нужно все орхидеи пересадить, которые я вам показывала. Купила творог. Андрюша мороженку съел и бросил в пакет. Вот творожок сделаю на листнике с творогом детям. Картошку с грибами хочу и с курочкой сделать. Соломку взяла сладкую. Сейчас Никуле дам. Палочки. Ой, вафельки. Масло подсолнечное. Будем жарить блинчики с вами. Батончик, конечно же. И 2 молочка. С молоком сейчас нужно аккуратно, очень быстро киснет. Надо ложить в холодильник. Пью свою поляну квасовую вообще. Просто без нее не могу. Выпила уже бутылку, закажу Диме еще. Будет ехать домой. Хорошо мою кислотность подавливает. И желудок, кстати, уже намного лучше. Спасибо огромное всем, кто переживал. Сегодня вот уже 2:30, мне еще желудок не болел. Чуточку, слава богу. Расскажи, где ты его положил и как ты бросал, что он потерялся. Я его бросил так сильно, да, что он улетел в сторону, и я не заметил. А где это ты бросал? На перекрестке. Там перекрестки. Ну? У тропинки? Вот тут возле столика? Нет, он на перекрестке. А, вот там, да. А куда он полетел? Ты не видел? Может, он в одежде где-то застрял? Ты просто в травку он упал, да? В травку. Я был на дереве. Нет. Малыш, ну не плачь. Возьми Никиного попрыгунчика пока и с ним поищи того. Они друг друга найдут. Давай? Мне просто треба повториться. Да. Так и скажи. Друг, найди своего друга, и он сразу его найдет.
И только не плачь, а то попрыгунчик не захочет, чтобы у него хозяин был плакса. Хорошо? Угу. Ну и все, ты большой молодец. Не расстраивайся, я буду тебя из окошка поддерживать. Угу. Ну все. Пока. Иди пока. Еще. Не расстраивайся только. А это возвращать? Конечно, да. Он же прыгает, просто погрызла. Ребята, стушила я картошку с курицей, с грибами, с луком, чуть-чуть кетчупа, ну, соуса томатного. В общем, вкусненько. Сейчас сделаю быстренько салат. Вот, сейчас нарежу салат, все там наготовила. И замесила блинчики, хотела тут быстренько нажарить налистников и с творогом сделать на завтрак. Но у меня оказалось очень мало муки, поэтому придется сейчас дождаться Диму, пока Дима привезет муку, а уже 21:37. Но это еще не все. Я узнала, что завтра, оказывается, праздник. Я сейчас вам все покажу, но вы не падайте. Жарко очень, я не накрашена, и плюс мне сегодня не очень хорошо, не знаю почему, в общем, не об этом. Я не красилась, я так выгляжу. Простите меня, пожалуйста. В общем, бежим, с вами еще быстро попылесосим, потому что праздник, мне позвонила мама, сказала, и надо, чтобы завтра не пылесосить, а у меня на кухне всегда море крошек, и каждый день нужно убирать. Поэтому быстро сейчас махнем пылесосом и будем встречать Диму. Все, собрались. Привет. Николя встречает. Я? Встречает. Мультик у нее, видишь? Мультик. Ой, классно. А я тут пылесош. У меня осталась ванна и коридор, и все. Мама позвонила, сказала, праздник завтра. Петра и Павла. Павла, да. Прикинь. Шо? Ну шо, надо быстро пропылесосить. Убрать. Ничего делать нельзя, да? Нельзя, да. Я завтра буду кабачками заниматься. На ручки к папе, да. Папе на доте. А я картошечки вкусные натушила. Умничка. С курицей, с грибами. Будем ням-ням? Рассказывай, что ты там на улице делал. Ну, я играл с Антоном в мэн-теннисона. Ух ты, классно. А как это? А как это? Да. Вот у Бена Теннисона на руке есть часики космические, которые создал на зиму. Это не Бенкен? Он, конечно же. Конечно. Азимус? Нет. Ой, Азимус непонятно зачем создал Амнитрикс. Понятно. Это вы до темна играли в эту игру, да? Да. До самой ночи. Кстати, мы играли с синим, зеленым и красным Беном Теннисоном. Синий с параллельной, красный с параллельной, синий, зеленый самый настоящий. Понятно. Вот это да. Вот это у вас лафа жизнь. Что, не нравится картошечка? Страшно. Почему? Будешь с Никой кашку кушать? Да. Ой, давай катать мячик. Она не знает, где сесть. Я тут делаю блинчики. Пока Дима лежит, смотрит телек, мы включили Лара Крофт, да, правильно? Ника орет, папа отдыхает. Правильно, Дрюш, делай громче. Молодец. Ого, Дима, мне надо такая камера. Когда умерла твоя большая. Мать, я
едва не помешался от горя. Да, на плечо. Я справлюсь. Буду ходить, как с магнитофон. Мама! Хотя бы намек. Тебе одной мало? А одной мало, я хочу. А этот аккумулятор какой будет закрыт. Ты чё? Мой рот! Я слишком ужасный. Отнесу Димуле вкусняшечку. Смотрите, какие красавчики у меня получились. Николашка. Кино еще идет, но я его так и не смотрела. Какое-то оно мне неинтересное. Все. На завтра будет завтрак. Димулю покормим, Андрюшку, Веронюшку. И все, можно идти спать. Всем спокойной ночи. Спасибо вам за просмотр. Встретимся с вами завтра. Ha ha ha.